Что конкретно произошло, когда вы встретились с Такамото в последний раз? Он пытался сбыть поддельные реликвии периода Асука, а нормальных аргументов якудзы не признают. Но ты его отпустила. И теперь у нас с ним состоится важный разговор. Все сложилось как нельзя лучше. Лара, у меня звонок от Нисимуры. Он у себя в офисе, одновременной связи не выйдет. Бармен скажет, где его найти. Как всегда. Добрый вечер. Я полагаю, что Нисимура-сан ждет меня. А, леди Крофт. Он в своем офисе. Через холл позади вас. Я сообщу ему о вашем визите. Благодарю. Моя маленькая вечеринка. Я наслаждаюсь каждой минутой, Нисимура. Но когда приедет Такамото, мы можем доставить вам определенные неудобства. Прошу прощения. Будь осторожна. Он становится опасным, когда его интересы пересекаются с твоими. Вы удивитесь, какой убедительной я могу быть даже с опасными людьми. Меня ты убедила. Я и сам могу быть опасным. Но, пожалуйста, отдохни, пока есть время. И удачи тебе. Короче, мисс Крофт, как вы понимаете, мое время дорого стоит. Конечно, Такамото сам. Я ищу один предмет — обломок меча, находящийся в собственности университета Васеда, или находившийся, пока вы не украли его. Я не вор. И с вашей стороны было бы мудро воздержаться от подобных обвинений. В таком случае перейдем к переговорам. Я не представляю, о чем вы говорите. Разумеется, вы все понимаете. Просто назовите цену. Мисс Крофт, вы глухая? Я не знаю. Посмотрим. Вы будете умолять о пощаде, как в прошлый раз. Убейте ее! Убейте ее немедленно! Ходить на вечеринку с пустыми руками. Несомненно, Такамото вернулся в свой пентхаус. Не иди за ним, Лара. Его люди будут ждать. Его приемная ловушка. Я знаю, что ты их любишь, но в данном случае это действительно плохой вариант. Если я не могу спуститься, я поднимусь. Как мне попасть на крышу? На крышу? Есть лифт. Осторожно. Наверху идет строительство. Лара, у меня плохое предчувствие. Поэтому мы должны решить проблему с другой стороны. А конкретно с крыши. Нисимура дал мне ключ от лифта. Я пошла.
Странное место для мотоцикла. И какого красивого. Это просто преступление держать такой мотоцикл на крыше. Через дорогу. Это и есть резиденция Такамото. Он должен быть на верхнем этаже. Потребуется немного фантазии. Кажется, это не очень оживленная трасса. Страшно неудобно, но я могу этим воспользоваться. Что за вечеринка, если ничего не разбили? Разгон до 60 всего за 3 секунды. Осторожней там! Внизу дороги намного лучше, чем наверху! Лара, ты с ума сошла! На этом мотоцикле не буду.
становится все хуже. Это похоже на завод Якудзы. Тогда посмотрим, нельзя ли прикрыть его. Где они? Не верю, что они не знают о твоем присутствии. Мы увидим их одновременно. Становится все хуже. Это похоже на завод Якудзы. Тогда посмотрим, нельзя ли прикрыть его. Где они? Не верю, что они не знают о твоем присутствии. Мы увидим их одновременно. Похоже, здесь нет выхода. Выход есть всегда, Зип. Никогда не интересовало телевидение. Она оказала им услугу. Может, теперь они займутся чтением книг. Там их может быть больше, Лара. Пожалуйста, будь осторожна. Какой чудесный вечер для прогулки. Ха, ты знаешь, что это значит. Я приму диминги-дренат.
смотри вниз! Я не боюсь высоты, Алистер. Зато у меня от нее кружится голова. То же самое я говорил ей в Боливии. Не хочу жаловаться, но мне нужно сосредоточиться, если вы не против. Быстрее, она долго не выдержит. Быстрее, Лара, они вот-вот треснут. Этот пулемет. Что это? Это скорее современное искусство, нежели археология, по крайней мере, в нашем контексте. Он, конечно, красивый, но не думаешь ли ты, что он великоват, чтобы тащить его домой на себе? Друг, не мешай девушке работать. Вот это и есть практическая польза искусства. Получилось. Ты ранена? Я в порядке. Не хотелось бы повторять это. Тебе не следовало сюда приходить. Это мои владения, а не одна из твоих тухлых гробниц. Расскажи мне о мече, Такамото. Что насчет меча? Почему он так интересует вас, мисс Крофт? Дай мне взглянуть на него, и я скажу. Твоя настойчивость убьет тебя. Ну хорошо, Такамото ускользнул. Что делаем дальше? Ловим его. Я восхищаюсь твоим прямолинейным подходом. Проявила неуважение ко мне. Ты ворвалась в мой дом. Ты убила моих людей. Я упростила твои платежи, а теперь я позабочусь и о твоей недвижимости. Ты говоришь об этом. Это самая ценная вещь в моей коллекции. Почему это? Я люблю добывать вещи, принадлежавшие мертвым англичанам. В данном случае крестоносцу. Некоторые поговаривают, что этот вояка был одним из рыцарей короля Артура. Не знаю, где этот идиот нашел артефакт, но он гораздо древнее 11-го столетия, когда вы ютились в хижинах из глины. И поэтому ты готов скорее умереть, чем расстаться с ним? Нет. Вот поэтому! Я удовлетворил твое любопытство. Пришло время умереть! Мои движения неуверенные.
Убийца! Гори в аду! Ну вот и все. Ты видела, на что он способен? Да, Алистер, я видела. Вертолет Нисимуры ждет тебя снаружи. Отлично. Скажи ему, что он мой новый любимчик. Вел при жизни. Кстати, у меня есть кое-какие сведения о Джейнсе Ратланде. Не хочешь посетить Ганн? Безусловно. Африка один из моих любимых континентов.